Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Фролов Григорий Григорьевич, старший преподаватель кафедры высшей математики ИМИ СВФУ. Сегодня мы продолжаем с вами изучать вероятность. Посмотрим задачи на классическую вероятность и ее свойства. Акцент поставим на те задачи, которые особо вызывают затруднения у школьников. Итак, давайте приступим. Итак, первая задача. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найти вероятность того, что разница выпавших очков равна единице или двойке. Итак, посмотрим формулу классической вероятности. Вероятность у нас событие. Это есть m, где m — это количество благоприятствующих нашему событию исходов, деленное на n, где n — это количество всевозможных исходов эксперимента. Я настоятельно рекомендую при использовании формулы классической вероятности начинать с подсчета числа n, всевозможных исходов. Итак, давайте начнем. Итак, n. Посмотрим же, в чем состоит наш эксперимент. Мы подбрасываем две игральные кости. Давайте посмотрим, что произойдет, когда мы произведем первый бросок. Итак, при первом подбрасывании у вас может выпасть однерка, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка. Таких исходов у вас будет 6. При втором подбрасывании он у нас никак не связан с первым подбрасыванием. Эти события независимы, поэтому исходов таких будет также аналогично 6. Ну и методом ячеек, или если мы посмотрим при подбрасывании двух игральных костей, мы эти исходы должны с вами перемножить. И получаем тогда благоприятствующих всевозможных исходов у нас получилось 36. Перейдем теперь к благоприятствующим исходам. Благоприятствующий m. Ну, в данной задаче нам придется благоприятствующие исходы перебирать, но в переборном способе есть одна маленькая загвоздка. Это то, что вы можете потерять какие-то случаи. Поэтому я рекомендую вам использовать какие-то определенные таблицы. В нашем случае давайте построим такую таблицу, где в качестве строк выберем все те значения, которые могут выпасть при первом подбрасывании игральной кости. А это будут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в качестве столбцов выберем все те значения, которые выпадают при втором подбрасывании игральной кости. Это будут у нас те же самые значения 1, 2, 3, 4, 5, 6. И таким образом мы с вами получили вот такую таблицу, в которой и отметим все те ячейки, в которых происходит наше событие, разность между очками равна единице или двойке. Причем, заметьте, нам по условию не говорится, разность между каким броском, первым или вторым броском, должна равняться единице или двойке, поэтому мы с вами будем смотреть все возможные случаи, то есть разность между первым и вторым, и разность между вторым и первым подбрасыванием. Тогда мы можем заметить, если первый раз у нас выпала единица, то второй раз у нас может выпасть двойка и может тройка, и эти события будут благоприятствовать нашему условию. Разность составляет 1 или 2. Но точно так же симметрично мы можем отметить, что и при подбрасывании 2-1 при такой комбинации у нас составляет разность единичку, и при подбрасывании и полученной комбинации 3-1 мы тоже получим разность двоечку. Переходим теперь к случаю, когда первый раз у нас выпадает с вами двоечка. Итак, если двойка выпадает, мы уже один случай с вами заметили. Точно так же мы можем заметить, что это может выпасть второй раз тройка или, соответственно, четверка, которая в разности даст нам 2. И аналогично они симметрично уйдут для комбинации 3-2 и для комбинации 4-2. Теперь перейдем к случаю, когда первый раз у нас выпадает тройка. Итак, при выпадении тройки нам будут благоприятствовать, помимо тех двух случаев, которые мы уже отметили, это случай выпадения четверки второй раз и случай выпадения пятерки второй раз. И они точно так же симметрично у нас отразятся в комбинации 4-3 и в комбинацию 5-3. Перейдя к четверочке, мы уже два случая с вами отметили. Точно так же аналогично мы можем заметить, что это будут подходящие нам случаи выпадения пятерки и шестерки во второй раз. И, соответственно, обратные симметричные им комбинации. Это комбинации 5-4 и комбинации 6-4. Ну и в случае выпадения пятерки первый раз мы с вами получаем дополнительный еще случай. Случай 5-6 и случай 6-5. Таким образом, мы с вами перебрали все возможные случаи, благоприятствующие нашему событию, разность между выпавшими очками равна единице или двойка, и остается просто их посчитать. Здесь у нас 2 таких события, во второй строке 3, в третьей 4, 4,
3-2. Итого всего таких случаев, а это у нас благоприятствующий, мы получаем 18. И, соответственно, вернемся в нашу формулу классической вероятности и подставим найденные наши значения. Итак, вместо m у нас 18 исходов. Вместо n мы уже с вами нашли таких исходов 36. И сократив эту дробь, мы получаем, что вероятность искомая у нас равняется 0,5. Все, на этом первая задача у нас закончена. Перейдем к второй задаче. Итак, задача номер 2. Билет в партер стоит 50 рублей, на бельэтаж 40 рублей, на ярус 30 рублей. Какова вероятность того, что взятый на удачу 2 билета стоит дороже 60 рублей? Опять же, посчитаем ее классический и опять начнем с всевозможных исходов. Итак, но в данном случае я обращаю ваше внимание, что в данной задаче у нас есть виды билетов. Но нам не оговорено, сколько этих билетов. Поэтому выборка в данном случае у нас будет повторная. То есть один и тот же билет вы можете взять несколько раз. Тогда мы получаем для первого билета мы можем взять один из этих трех видов билетов. Таких комбинаций у нас будет с вами 3. Для второго билета в силу повторности выборки опять все эти 3 вида билетов у нас присутствуют. Поэтому таких комбинаций у нас будет снова 3. И опять мы воспользуемся произведением этих исходов и получаем, что всего исходов у нас будет 9. Теперь давайте перейдем к благоприятствующим исходам. Итак, наши благоприятствующие исходы, давайте я обозначу событие А, это то, что их сумма оказалась выше 60 рублей. Так? Но если мы посмотрим даже на наши стоимости билетов, то мы с вами можем заметить, что таких комбинаций у нас будет достаточно много. Поэтому, используя свойство вероятности, а оно у нас есть свойство для противоположного события, которое гласит, что вероятность события это есть единица минус вероятность противоположного события, мы перейдем в нашем эксперименте к противоположному событию. Итак, посмотрим, что же тогда представляет из себя противоположное событие. Если само событие у нас было стоимость билетов стоит дороже 60 рублей, то противоположное событие будет означать, что 2 билета стоят не дороже 60 рублей, то есть 60 или меньше 60. Ну и тогда посчитаем для противоположного события все его исходы. Давайте я, чтобы не запутались вы, обозначу m от A с чертой от противоположного события. Итак, меньше 60 рублей. Сразу нам наглядно видно, таких билетов у нас быть 2 штук не может. Единственный вариант у нас это равенство 60, это в случае, если первый билет мы купили на ярус за 30 рублей, и второй билет купили на ярус за 30 рублей. Итого получили стоимость 60. И такой случай у нас единственный, поэтому наш благоприятствующий исход равен 1. И тогда, возвращаясь к свойству нашей вероятности, мы получаем, что вероятность того, что произойдет событие А, означающее 2 билета дороже 60 рублей, будет равняться по нашей формуле противоположного события единица минус вероятность противоположного. Еще раз повторюсь, чтобы у вас формула отложилась в головах. И получим единица минус. И считаем вероятность противоположного события. Исход у нас благоприятствующий 1, а всего исходов, как мы с вами посчитали, их 9. И получаем тогда разность единицы минус дробь 1 девятая, или это будет у нас 8 девятых. Ну и часто бывает, что в задачах на вероятность вас просят ответы дать с некоторой точностью округления до десятых, до сотых, до тысячных. Я буду округлять сегодня до сотых, поэтому мы получаем ответ 0,89. На этом вторая задача наша с вами закончена. И перейдем непосредственно к третьей задаче. Итак, третья задача. Особо обращаю на нее внимание. Она достаточно часто вызывает затруднения. Ну и давайте ознакомимся с ее условиями. Итак, на конференцию приехало 25 человек, 7 из них знают английский язык, 8 немецкий и 6 французский.
трое английский и немецкий, двое английский и французский, двое немецкий и французский. И один человек знает все три языка, оставшиеся не владеют иностранными языками. Какова вероятность того, что на удачу выбранный человек не знает иностранных языков? Я предлагаю такого рода задачи решать диаграммами Эйлера-Венна. Для этого мы ведем прямоугольную область. Всего в ней элементов у нас 25. Это количество участников нашей конференции. Я веду множество А, это знающий английский язык, множество Н, знающий немецкий язык, и множество F, знающий французский. И пойдем от обратного. То есть мы начнем с конца смотреть с единички, знающие все три языка. Знающие все три языка у нас один человек. Я беру ту область, которая содержится и в А, и в Н, и F. Дальше перехожу. Двое знают у нас немецкий и французский. Немецкий и французский это будет у нас вот эта область. Но одного мы уже с вами учли, поэтому остается здесь еще один человек. Дальше у нас двое знают английский и французский. Это вот эта область. Одного мы учли, остается тогда еще один. Трое знают английский, немецкий. Одного учли, осталось два. Ну а в общее количество 7 английских. Здесь 2, 1, 1. Их уже 4 есть. Остается тогда 3. Немецких у нас 8 человек знает. 2, 1, 1, 4. Осталось тогда 4. И французский 6. 1, 2, 3 мы уже учли. Осталось 3. И остается тогда нам посчитать. Итак, получаем всего исходов у нас 25. Это количество человек. Дальше благоприятствующих исходов мы получаем это из общего количества. Вычитаем все те, кто владеют хотя бы одним языком. А их у нас 3, 2, 4, 1, 1, 1, 3. Их у нас 15 человек. И таким образом мы получаем благоприятствующих осталось у нас 10. И тогда искомая вероятность у нас будет равняться 10 к 25 или 0,4. Итак, таким образом мы сегодня с вами посмотрели, что такое классическая вероятность, и сделали акцент на основные задачи, вызывающие сложность у школьников. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч!